Ширая размова с насельництвом. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко сегодня провел прямую телефонную линию с жыхарами региона. Что хвалюе людей и какие отказы они отримали, ведают наши корреспонденты. Коли мерковать по колькости телефонных звонков, то проведение этой прямой линии жыхары Гомельщины чакали. 37 зворотов за 2 годины. Працовать приходилось в режиме нон-стоп. А проча гомельчан значной активностью на этот раз вызначились жыхары Хойников и Добруша. Причем люди не только огучивали проблемы, але и выказывали подяки за меры, которые были приняты по выниках попередних линий. Жыхары Гомельской Костюковки казали об наявности добрых дорог и чистой воды у домах. Зловецкого района подяковали за поддержку по развитию агротуризму. Когда видишь отдачу, видишь благодарность людей за те работы, за те мероприятия, которые проводит исполнительная власть, да, для решения тех или иных проблем граждан, хочется делать еще больше. Конечно, мы привыкли, что больше жалуются, больше просят, но когда есть звонки благодарности, это вдвойне приятно. Что тычется огученных проблем, то их можно назвать традиционными. Ремонт дорог, добропорядкование дворовых территорий и наведение порядку на водоемах. Некольки громадян поскардились на своих родных и соседей, которые ведут антисоциальный лад життя. Звороты у разные инстанции становчего эффекта не дали. Помощник президента инспектора по Гомельской области Юрий Шулейко обещает, у самые ближайшие дни на место выйдут комиссии, которые выучат ситуацию и примут необходимые решения. После завершения прямой телефонной линии он подводит выники. Невырашальных проблем сегодня огучено не было. Первоважная большинство их будет оперативно вырашена. Фактически мы из 37 вопросов 30 решим буквально сразу. Они объективны, они имеют место, они не проблемные, но решаемы абсолютно, без больших капитальных вложений. Здесь просто нужно хозяйский подход к ним. Олег Сентюров, Ганна Каральчук, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».